В округе реализуется благотворительная акция «Мячи детям». Ее проводят при поддержке Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» по футболу и фабрики по производству спортивного инвентаря. Люберецкая лингвистическая школа стала участницей акции одной из первых. Раз, два, три. Закончили. Хорошо. Руки назад. Шаг за хлестом голени. Достаем пяточкой ладошки. Раз. Урок физкультуры во втором классе сегодня необычный. После разминки школьникам подготовили эстафету с элементами спортивных игр. Такие соревнования улучшают коммуникативные навыки учеников, учат работать в команде. Эстафета помогает развить скорость, выносливость, помогать другим и никогда не бояться, если у тебя что-то новое получается или не получается. Надо всегда стараться делать все намного лучше. Мне физкультура очень нравится. Это, можно сказать, мой самый любимый урок. Теперь занятия физической культурой здесь будут проходить еще интереснее и продуктивнее. Руководитель комитета РФСО «Спартак» по футболу Дмитрий Кудинов подарил лингвистической школе футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи. Мы очень хотим, чтобы все потребности детей были закрыты. И недаром говорят, что в юном возрасте очень важно по методике, чтобы мяч был на каждого ребенка. Так давайте просто сделаем так, чтобы было очень много мячей, и каждый ребенок был и мог быть задействован в спорте. Более 200 игровых и спортивных мячей уже презентовали 7 школам округа и детскому саду «Кораблик». На этом благотворительная акция не заканчивается. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.